Красивый автомобиль, не правда ли? Да, Китай сейчас прет и всех дерет. Начал драйв с Олимпиады обыкновенной, закончил потрясающими результатами на Олимпиаде Паралимпийской. Китай дерет уже практически все самосвалы, произведенные на большей территории, чем Европа, допустим. Это Евразия. И вот вы, если внимательно посмотрите на дороге города Магнитогорска, то увидите, что все Хова, Донфэнги сейчас очень-очень хорошо перевозят крупногабаритные грузы, потому что 25 тонн – это вам не 17 КАМАЗовских. Да, есть еще КАМАЗ, это я хороший КАМАЗ взял. Обычный КАМАЗ там 10-12. Сюда пригрузили и поперли. Кто возит такие машины? Ну, вот вообще была проблема с китайскими автомобилями, тяжелой китайской техникой, потому что, ну, приходилось ездить в Челябинск, допустим, приходилось ездить в Иркутск, кто-то ездил и еще подальше. Вот. А машинку привезли, ее обслуживать надо. Вы что, в Челябинск поедете или в Иркутск к официальному типа дилеру? Ну, китайские силовые машины, да-да. Мы сейчас тесно сотрудничаем с этой фирмой. Вы, наверное, помните. Сначала это была небольшая выставка в районе Казачьей переправы. Сейчас это совершенно свой личный офис и свой личный сервис. И вот вы там побывали. Да, кстати, свои личные грузовые машины – это для тех, кто не хочет покупать себе автоколонну, а хочет перевезти все, что надо, и куда угодно. Пожалуйста, хотите мрамор везите, хотите сыпучие. В общем, работы много. И машины – это для тех, кто зарабатывает деньги. Кстати, для тех, кто умеет считать эти самые деньги. Потому что, вот давайте сравним. Едем мы на сидельном тягаче Хова 375. И цена этого автомобиля с 9-литровым двигателем, дизельным, разумеется, вот такой вот турбиной, с мощностью, кстати, подумайте сами, фредлайнер, допустим, выкачивает, ну, 450 лошадиных сил, а здесь с 9 литров сняли 375. Вот так вот. А все почему? А все потому, что, ну, опять же, никто велосипед придумывать не стал. Взяли двигатель Штайер, коробку тоже. Машина может тянуть аж 70 тонн. Машина оборудована горным тормозом. Машина приветствует вас, между прочим, на английском языке и демонстрирует свою фирменную символику CNHTC. Перевести не смогу, но надпись China наверняка там есть. Да, кстати, ну это для тех, кто все-таки хочет по цене, допустим, фредлайнера взять все-таки новый автомобиль по цене бэушного фредлайнера. 2 миллиона с небольшим, в зависимости от комплектации, что-то новое будет стоить в два раза дороже, если не больше. А смысл? А зачем? Я детально посмотрел. Я вам скажу так, косяки находил я везде. Здесь их не так, чтобы очень много. И довольно-таки все по-серьезному. Ну, согласитесь, климат-контроль по-взрослому, панель приборов по-взрослому, вставочка по-взрослому. Так, ну, про горный тормоз это я ничего говорить не буду. Это уже по умолчанию. Кстати, вот для китайцев есть еще и круиз-контроль. А, и теперь и собственное впечатление. Тут говорят, что скорость ограничена 105 км в час. И тут у нас бодрый такой боец ехал. Что-то я на S600 словно вот мне было его достать. Но достал, конечно. Что, греха таить, S600 это 400 кабов с лишним. Ну и давайте о фирме «Китайские силовые машины», где располагается Ленина 98. Теперь, что меня еще порадовало, кроме как этот Хова 375. А мы специально залезли. Просто залезли на склад запасных частей. И вы знаете, вот это серьезно, вот это по-взрослому. Тормозные колодки, пожалуйста, турбина Гаррет. Вот, красивая, да? Что еще там есть? Да, основные, как бы, запасные части в наличии есть и сегодня, и сейчас. Ну и в завершении этого вояжа на отличном автомобиле, который, ну, не ездит, а летает, я скажу, что эта техника сделана просто надежно и с некоторой оглядкой на Европу, и скорее всего она туда будет поставляться. Но обратите внимание, на рессорном автомобиле, да-да, здесь везде рессоры, и здесь блокировка обоих задних мостов. Как вам? И почему машину не качает? Да потому что на пневматической подвеске кабина расположена. Ну, конечно, это не офис на колесах от американцев, но это хороший работяга от китайцев.